как Павел, кондуктор РВЛ, на правую дорожку и на левую дорожку только видит. Сегодня мы проводим очередные соревнования по джип-спринту, которые стали уже ежегодными. Соревнование называется «Снегомания-2017». Задача участников за минимальное время преодолеть трассу, осложненную разными подъемами, спусками, мостами, снегом и так далее. В сегодняшних соревнованиях принимают участие порядка 40 экипажей, география экипажей. На сегодняшний день у нас максимальная, мы не собирали Хабаровск, Биробиджан еще ни разу. Хабаровчане приезжали, Биробиджан к нам сегодня приехал первый раз. Ну вот, ребята дубасят хорошо, пока все хорошо, пока из жертв пострадал немножко один автомобиль участника, и ничего более серьезного не произошло пока. Впервые мы проводим именно парный джип-спринт с одновременным проездом трассы двумя автомобилями. Трасса разделена на два круга, правый и левый, ну и, соответственно, ребята разбегаются по восьмерке и в одном месте перехлестываются и едут по второму кругу. Ну, у нас как минимум сейчас одна машина с моста чуть не улетела, повисла на трубе. Продолжил дальше гонку. Хорошо, хорошее время показал. Трасса до сих пор трясусь, наверное, по мне видно. Трасса за все годы в моих участиях в Хабаровске, в Комсомольске самая, мне кажется, жесткая, самая правильно скомпонованная, классная. Полный отрыв. Машины свои довольны? Вполне, но есть, конечно, недочеты. Ей никогда нельзя быть полностью довольным. А как готовили машину? В этот раз особо не готовили, она у нас уже довольно давно подготовлена. Как? Потерли, поговорили с ней, дубай с ней, ломайся. Обязательно в нашем деле должен быть финиш, и он должен следовать за стартом.